развитие становления ОМК – это не просто история развития предприятия, это история развития становления всего нашего города. Общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения – и это не весь список, который ОМК оказывает помощь. ОМК не обошло и сферу физической культуры и спорта. Вот уже несколько лет на территории нашего города проходит программа компании «Металл Инвест. Наши чемпионы». Эта программа нацелена на то, чтобы привлечь большее количество детей, подростков, молодежи к занятиям физической культуры и спорта. Спортивная школа Олимпийского резерва «Виктория» два последних года тоже участвует в этой программе. За это время мы получили гранты на сумму 1 050 000 рублей. Эти деньги потрачены для тренировочного процесса, для поездки на соревнования. Мы приобрели дорогостоящее ковровое покрытие для разминок. Без поддержки ОМК мы бы этого сделать просто не смогли. Мы приобрели комплектующие, дорогостоящие также для батута. Мы съездили, поучаствовали и успешно поучаствовали в первенстве мира в прошлом году. Наши дети привезли с первенства мира 1 золотую и 1 серебряную медаль. Я думаю, что при такой поддержке администрация, тренерский состав, наши спортсмены будут только стремиться улучшать свои спортивные результаты. Школа наша молодая, вид спорта у нас красивый. Это пластика, энергия, сила. Поэтому результаты в нашей школе хорошие. Вот последние наши соревнования нас очень порадовали. Это чемпионат России, и где наши мальчишки заняли команда 3-е место. Это очень высокий результат. В июне мы собираемся поехать на всероссийский турнир также в Таганрог. Ну и, конечно же, не собираемся сдаваться. Старый Оскол – город особенный, город красивый, город перспективный, город молодой. И, конечно же, сталь – это очень что-то, ассоциация с чем-то очень твердым, крепким. Точно так же, как и наши жители, точно так же, как и наши металлурги. Это ведь очень тяжелый труд. Поэтому так и хочется сказать всем металлургам большой низкий поклон за их труд, за их вложение в красоту и развитие нашего города.